Приветствую вас, мои дорогие друзья! Я поздравляю вас всех с завершением 2020 года. Этот год был очень необычным, и он принес нам много идей. Жизнь в корне поменялась. Много было счастливых событий, удач и открытий. И я хочу вас поздравить с наступающим 2021 годом и пожелать вам, чтобы вы всегда в своем сердце имели искру желания жить, развиваться, достигать, радовать этот мир, делать этот мир лучше. И я благодарна вам за то, что вы со мной. Ваша поддержка, ваши слова теплые, обнимающие, наполненные таким количеством любви, они просто вдохновляют и дают ощущение, что нас огромное количество единомышленников, нас так много. И я вам желаю всем здоровья, крепкого-крепкого счастья, настоящего. У каждого свое понимание счастья, и пусть все ваши мечты исполняются. И огромной вам крепкой взаимной любви. И чтобы ваши дети, ваши близкие радовали вас своими достижениями. Я думаю, я уверена, что в новом году у нас будет с вами еще много интересного, новых встреч и новых открытий с компанией Oriflame. С праздником вас, дорогие мои друзья! Праздником! С наступающим Новым годом! Пусть это будет самый лучший год в вашей жизни!